Лишние миллионы вкладывают в строительство маяка. Тольяттинец выиграл Европейские игры. Гоночная «Лада» набирает баллы на чемпионате мира. В Словакии на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам Тольяттинская «Лада» отметилась зачетными очками. Роб Хафф финишировал на четвертом месте в первой гонке, оставив за собой лидирующие позиции еще со старта. Во втором Аяб Ван Лаген приехал шестым, хотя начинал с полпозиции. Это стало уже вторым первым стартом для «Лады» в этом сезоне. Однако удержать лидерство Лаген не сумел, его умело обогнал действующий чемпион мира на Ситроене Хасе Лопес и его команда Иван Мюллер и Себастьян. Леп. Впереди еще два Евро-тура во Франции и в Португалии. На первых европейских играх в Баку тольяттинский спортсмен выиграл золотую медаль. Заслуженный мастер спорта, призер чемпионата мира Михаил Мельник стал лучшим в прыжках на батуте. Помог ему это сделать коллега по сборной Дмитрий Ушаков из Краснодара в синхронных прыжках. Второе место у Белоруссии, третье у Германии. Счетная палата зафиксировала нарушение при строительстве спорткомплекса «Маяк» в Самаре. Объект возводят фирмы-невидимки, из-за чего стоимость строительства только крыши превысила стандартные расчеты на два с лишним миллиона рублей. «Маяк» аналогичен спортивной арене в Нижнем Новгороде, но там его оценили на 53 миллиона дешевле самарского катка.